Отжимания на брусьях с разворотом на 180 градусов – это еще одно классическое упражнение из стрит-воркаута начала нулевых. Оно позволяет тебе одновременно прокачивать и взрывную силу, и ловкость, и координацию. Поэтому неудивительно, что одно время оно было очень популярным, и все его делали. Но потом его почему-то незаслуженно забыли. В сегодняшнем видео я покажу тебе одно упражнение, которое поможет тебе научиться делать такие отжимания на брусьях. Чтобы развернуться в воздухе на 180 градусов, нужно сделать всего две вещи. Во-первых, нужно научиться работать корпусом. Здесь нет ничего сложного, и если ты можешь делать разворот на земле, то сможешь и на брусьях. Во-вторых, нужно научиться достаточно высоко отталкиваться от брусьев, чтобы успеть развернуться. Этот момент уже посложнее, потому что здесь требуется не техника, а взрывная сила. А еще стоит предварительно подготовить свои запястья к той ударной нагрузке, которую они будут испытывать при приземлении. Обе эти задачи можно решить с помощью того варианта отжиманий, который я покажу тебе в сегодняшнем видео. Я не знаю, есть ли у этого варианта отжиманий какое-либо официальное название, поэтому свои предложения можешь кидать в комментарии. Здесь тебе сразу и взрывная сила, и укрепление запястий. Когда ты сможешь без проблем сделать 10 таких отжиманий подряд, значит, ты уже готов к тому, чтобы идти на брусья и начинать тренировать 180. Главное, найди невысокие брусья, чтобы в случае чего ты мог встать на ноги при приземлении, если вдруг промахнешься руками мимо перекладин. Вообще, мне в голову пришла идея сделать видео про 10 популярных в прошлом упражнений, которые потом были почему-то забыты. И если тебе эта идея кажется интересной, напиши в комментариях, и я начну готовить ролик. Я планировал снимать это видео 2 дня, чтобы в один день снять всю разговорную часть, а в другой подснять упражнение. И казалось бы, что могло пойти не так, но за эти 2 дня погода рухнула. Погода на улице, температура на улице рухнула с плюс 22 до плюс 9 градусов. Это абзац. И большое спасибо ребятам из магазина Workout, которые подогнали мне теплую зимнюю одежду из новой коллекции Север в синем цвете. Это просто бомба. Или, как Лёха Щербаков говорит, вещь.